Здравствуйте, уважаемые зрители нашей онлайн-трансляции. Шестой тур высшей лиги чемпионата России по женскому футболу. Футбольный клуб «Рязань ВДВ» принимает ижевская «Торпеда». Ну что ж, сегодня команда из Рязани принимает явного аутсайдера чемпионата. Команда занимает последнее место с 5, как вы уже поняли, поражениями и удручающей разницей мячей 0-16. Вы только вдумайтесь в эту статистику. Действительно, 16 мячей за 5 встреч пропустила ижевская «Торпеда». Уж не стоит говорить о том, что Рязань ВДВ сегодня, как правило, оно выходит на стадион «Спартак» в позиции лидера и фаворита. Но сегодня уже... Конечно же, нужно болеть за Рязань ВДВ. Никоим образом не хочу обидеть болельщиков ижевского «Торпеда». Возможно, сегодня они изменят свой сценарий похода по чемпионату России в женском футболе. Однако, как мы понимаем, шансы на это не очень большие. Честно говоря, не хотелось бы, что сегодня сценарий бы этот поменялся. Но, в принципе, изначально команда... дебютант, поэтому, наверное, каких-то больших лаврух она хватать не будет. И, ну, наверное, тушеваться тоже. Посмотрим, какой футбол сегодня команды продемонстрируют. Давай уже, Глеб, перейдем к составам, чтобы уже потом не отвлекаться. Начинаем мы по традиции с хозяев. Футбольный клуб «Рязань ВДВ». В воротах сегодня несменная Екатерина Самсон, капитан команды. Защитная линия. Слева Оксана Еремеева, справа Кристина Алексанян, номер 8, у Еремеевой номер 7. Центральная защита — Екатерина Дмитренко, номер 5, и Анна Беломыцева, номер 4. В полузащите сегодня играет в опоре Ольга Басанская, номер 6. Также ее коллега по полузащите — Надежда Колтакова, номер 22, Анна Синютина, номер 26. Полузащитная линия с флангов — это представлена сегодня такими игроками, как Кристина Чичкала, номер 9, она играет слева, и справа 17 номер Рязани ВДВ — Елена Морозова. На острие атаки, как всегда, Елена Данилова. Желаем ей сегодня удачи. Номер 36. Главный тренер Рязани — Константин Климашин. Ну и перейдем к составу гостей. В воротах сегодня единственный легионер Анастасия Клиева под первым номером. Под номером 4 играет Екатерина Иванова. Под номером 3 — Ксения Гаранина. Номер 7 — Екатерина Фролова. 8 — Дарья Еременкова. Капитан команды номер 18 — Милена Никитина. Номер 9 — Ксения Алпатова. Под 14 номером — Ксения Лукина. Номер 21 — это передняя линия — Кристина Ванькова. Номер 22 — Наталья Косолапова. И номер 23 — Татьяна Долматова. Главный тренер футбольного клуба «Торпеда» — Константин Вениаминович Кайгородов. И вот сейчас левым флангом действует футбольный клуб «Рязань ВДВ». Басанская переводит мяч на Еремееву, Тачичкали, и высокая свечка. Данилова получает практически в центральной зоне штрафной. А, нет, все-таки это был... Это была Морозова. Ну, вот так вот перепутали. Вот, чтобы нам с тобой не путать, обрати внимание, у Елены такая косичка, тоже светлые волосы. Но... А я еще спешу заметить, что у Елены Морозовой очень яркие красные бутсы, которые не свойственны Даниловой. Теперь точно не отличим. Давай, судьи, еще представим. Не перепутаем, да. Встречу сегодня судит Александра Пономарева из города Москвы, судья категории FIFA. Ей помогает Елена Иванова, судья первой категории из Рузаевки. Судья второй помощник — это Яна Земскова, судья в первой категории из Самары. Резервный судья — Станислав Бращин, город Рязань. Инспектор встречи — Александр Кабаков, столица. Ну что ж, смотрю я по первым минутам на схему удмуртской команды. Играет она с такой необычной схемой: в три центральных защитника и два ярко выраженных опорных. Ну вот очень высоко поднимаются фланговые так называемые латерали. Посмотрим, действительно будут они активно действовать, либо будут чаще оттягиваться в оборону. Вот сейчас яркий пример: Наталья Косолапова прессинговала на фланге Синютину. Вот. И обрати внимание, по первым минутам очень много пространств футбольного клуба «Рязань ВДВ», однако вот все-таки сейчас пятый номер Екатерина Дмитренко делала неточный пас, однако не удается пока что ижевскому «Торпеда» мячом завладеть. «Рязань ВДВ» действует безукоризненно по первым минутам, за что мы их спешим похвалить. Здесь Еремеева. Ну, как ты заметил уже про свободные зоны, действительно, это как раз-таки отголоски той схемы. Действительно...
По флангам в защите очень большие свободные зоны, куда действительно Чичкало и Морозова могут спокойно врываться. Да и те же активные наши защитницы, что Алексамян, Еремеев, мы сами знаем, как бороздят бровку до самой штрафной. И вот по левому флангу подключается как раз Еремеева, не раз нами упомянутая. Нужно только мяч догнать, именно это она и делает. Перевод на Чичкалу, подача хорошая, здесь только удар нужно дело довести, но где же Данилову? Удар! И опять это была Морозова все-таки, прошу прощения. Ярчайшие бутсы красные перевели мяч на свою сокомандницу. И, как мы видим, первый опасный момент. Ну что ж скрывать, голевой момент первый у Колтаковой был. И, к сожалению, неудачно пробила выше ворот. Но будем надеяться, что, ну вот обратим внимание, четвертая минута встречи, мы уже действительно наблюдаем явный голевой момент. Но вот снова, если вы по картинке наблюдаете, то очень много свободных зон на флангах, а игроки сейчас сосредоточены в большинстве в центре поля. Что ж, тем интереснее, наверное, будет смотреть эту встречу. Ну, всегда интересно смотреть, как Давид борется с Голиафом. И вот первый удар по воротам, пожалуйста, наносит кто ли, Давид или Голиаф, Глеб, в данном случае? Ну, я все-таки обозвал бы их ижевским торпедо. Ну, в данном случае сейчас удар наносила Кристина Ванькова под 21 номером. 19-летняя нападающая, которая, вот хороший еще перехват, но ранее было нарушение правил. Нападающая, которая выступает за молодежную сборную, кстати, до 19 лет. Молодые футболистки в составе гостей, ну... Нельзя сказать, что какие-то именитые были подписаны с выходом в высшую лигу, поэтому новые футболистки, новые имена какие-то появились, поэтому, наверное-таки, вот такие результаты. Напомню я, что команда заняла второе место в первом дивизионе в прошлом сезоне и получила право выступать в высшей лиге впервые в своей истории. Ну и давай-ка еще вернемся в истории на 2 года назад, а именно в 2014 год, когда была основана Ижевская торпеда. Как раз на тот момент основатель клуба заявлял, что... Главная задача – это выход в высшую лигу. Собственно, ну, этой задачи они достигли, с чем тоже мы их поздравим. Но пока что успех, как мы видим, невелики. Рязань ВДВ продолжает атаку. Вот Колтакова, автор первого голевого момента в нашей встрече. Здесь перехват. Встречу. И вновь перехват, два перехвата за одну минуту. Передача на Данилову. Здорово она убирает под себя защитницу и бьет по воротам. И не успевала сейчас Морозов на этот мяч, хотя, естественно, это был удар. Но если бы получилась передача, конечно же, счет в этой встрече уже мог быть открыт на 6-й минуте. Честно говоря, я уже видел мяч в воротах, поэтому думал, что уже... Можно кричать гол. Все правильно, но, к сожалению... Он там не оказался. Что ж, второй голевой момент на 6-й минуте встречи. Мы наблюдаем. Ну и опять же, обрати внимание, что у Анастасии Климовой не очень много работы. Конечно, мы видим это голевые моменты. Рязань их создает. Создает, причем, уверенно. И все-таки голкипер Ижевского торпеда пока что в игру практически не вступает, если не считать моменты, когда он вводил мяч в игру. Здесь, как мы видим, Морозова на правом фланге. Пас Даниловой. Перевод на Басанскую. И вот обратно Данилов мяч не получает. Ошибка сейчас опорного полузащитника футбольного клуба Рязань ВДВ. Но удается нашей команде мяч себе вернуть. Здесь Дмитренко. И спокойно, как мы видим, практически все поле открыто для действий футбольного клуба Рязань ВДВ. Беломыцева сейчас совершает ошибку. Перехват Ижевского торпеда. Ну, Дмитренко надежно, на опыте этот мяч просто забирает и не дает возможности гостям уйти в атаку. Данилова, отличная скидка. И вот здесь, конечно же, Морозова догоняет мяч. Немножко мы усугубляем интонацией страсть этого момента. Хотя, как мы видим, мяч ушел. И вновь вступает в игру Анастасия Климова. Вступает по той простой должности, что ей просто необходимо вести мяч в игру с линии вратарской зоны. Ну что ж, по первым минутам встречи, как мы легко можем заметить, футбольный клуб Рязань ВДВ играет в роли фаворита, играет первым номером и делает это уверенно. Я думаю, что Ижевская торпеда была готова к игре вторым номером. Посему акцент, как мы видим, она делает именно на контратаке. Ну вот сейчас мы наблюдаем уже фланговые защитницы наши в центр смещаются, тоже пытаются преодолеть... так называемую вот эту необычную схему, по которой играет торпеда. Новая атака. Алексанян на фланге. Ну, тут уже пытается сама пройти, пробрасывая мяч мимо 18 номера Милены Никитиной. Но ничего у нее не получилось.
Незадолго до старта этой встречи руководитель команды Светлана Рудольфовна Подоль говорила своим подопечным, что ни о какой недооценке соперников речи быть не может. Хотя мы видим, что футбольный клуб «Рязань» по первым минутам практически нашел свою игру. И вот даже индивидуальными действиями отмечаются некоторые футболистки, стремясь пройти самолично. Успокаивает сейчас Константин Вениаминович Кайгородов своих футболисток, что показывает, что не нужно стремиться идти вперед, а просто попробовать подержать мяч, потому что очень много опасных моментов по первым минутам, и нужно как-то успокоиться, ну и привыкнуть к полю, банально, привыкнуть к игре, можно даже сказать, к обстановке на встрече, на стадионе, потому что сегодня достаточное количество болельщиков. Вот, по крайней мере, на нашей планете. Да, вот там, именно где так, находится я с тобой камера. Согласен. Ну, это можно объяснить тем, что просто солнце светит на противоположную, поэтому вот большинство захотели в тенечке посидеть и понаблюдать за футболом красивым. Вот часто мы отмечаем, что такие казусы на стадионе «Спартак» происходят, когда болельщики садятся именно на той половине поля, где находится камера. Как мы знаем, на стадионе «Спартак» еще проходят матчи футбольного клуба «Рязань» мужской команды. И вот такие казусы действительно происходят, мы никоим образом не утрируем. Болельщиков сегодня пришло уж пару сотен точно. До полутысячи пока что добирать не будем. Морозова, не удается ей мяч перехватить, но Кристина Алексанян действует безукоризненно. И здорово сейчас Данилова пропускала, но не получилось Колтаковой вырваться на свободную зону. И далеко вперед Анастасия Климова, украинский вратарь. Я говорил, единственный легионер в составе гостей, выбивает мяч. И, кстати, ветер ей помешал, но тоже как единственный такой фактор, который может быть в пользу рязанской команды по первым минутам, по первому тайму, потому что в следующие 45 минут будет уже Рязань на той позиции играть. И вот два пропуска, и не успевает Еремеева. А, в принципе, как, задумывалось, было неплохо, согласись. И вот по первым минутам 10 давай-ка сделаем комплимент главному арбитру Александре Пономаревой, который практически не видно, она дает играть. Ну, в свою очередь, естественно, можем похвалить и команды, которые играют чисто. Наверное. Но вот, как правило, в высшей лиге и в женском футболе в том числе, арбитр виден. Вот. А вот здесь, как мы видим, и дает играть, и даже в этом моменте... Подача и... Вновь Данилова, мне как казалось, даже облизнула немножечко сейчас перекладину этот мяч. Ну, я думаю, это все-таки обман зрения. Конечно же, в полуметре от каркаса ворот прилетал этот мяч. Рязань вновь, так скажем, в позиционной атаке, поскольку чуть ли не на половину Рязани ВДВ мяч успел вернуться. Здесь Басанская, перевод на Еремееву. И здорово сейчас в касании играла Еремеева, Чичкала. Прошу прощения, до этого была не Басанская, а Надежда Колтакова, но никоим образом эта ситуация не меняет. Рязань провела атаку, и вновь мы обращаемся к голкиперу ижевского «Торпедо» Анастасии Климовой. Аплодисменты сейчас удостаивается эта атака, хоть она и не дошла до удара по воротам, но Константин Климашин оценил аплодисментами и понравилось ему, как его футболистки действуют по первым минутам. В принципе, достойное начало встречи. И вот необычную сейчас подсказку мы услышали от Константина Вениаминовича. Так получилось, два тезки сегодня по разные баррикады оказались, что уже нужно играть. То есть действительно команда сама пытается, наверное, заманить и играть вот в такой вот узкий футбол, если можно так сказать, сосредоточая все основные силы в центре поля. Конечно же, Константин Кайгоров. Кайгородов. Кайгородов сегодня находится в сложной ситуации. Конечно же, успехами команда его не балует, как мы уже не раз сегодня отмечали. И я думаю, что ни один громогласный комментарий в адрес своих подопечных мы сегодня еще услышим. Благо, и находится он недалеко от нас, порядка в 10 метрах, и прекрасно мы слышим его руководство. Вот различные. Сейчас ветер мог Дмитренко тоже помешать, потому что готова была наш голкипер и капитан Екатерина Самсон на этот мяч пойти, но мяч из-за ветра немножечко остановил свое движение и не долетел до нее. Да, хочу отметить тоже Константина Вениаминовича. Перед матчем подошел я к нему и помог он мне с некоторыми произношениями футболисток своих. С удовольствием помог, за что ему большое спасибо. И Кристина вот. Алексанян мяч получает на правом фланге, ошибается рязанская защитница фланговая, но ее сокомандники
легко этот мяч забирает. Вот сейчас в прессинге действовала низкорослая, но весьма юркая, как мне кажется, седьмой номер Екатерина Фролова. Отмечу я тоже, что на сайте РФС данные, которые предоставлены на официальном сайте, указано, что Екатерина Фролова номинальная защитница. Ну, мы видим, конечно, что она играет практически на острие атаки. И могу тебе сказать ее рост. Вот я решил уточнить. Так, какой у нее рост? 1,155 м. Как ты правильно сказал, невысокого роста она, но вот так вот ярко действует. И вновь сейчас не решилась действовать Еремеева. Мяч пропустила, хотя достаточно было сделать пару шагов, и она уже выходила практически в атаку. Как минимум позиционную и сольную. Ну что ж, вводит ижевская торпеда мяч в игру. И немножко курьезные моменты от 23-го номера Татьяны Долматовой, которая приняла мяч головой и не заметила, куда он может опуститься. Но мы видим, что уже мяч футбольного клуба Рязань ВДВ и Еремеева. И весьма интересно, очень хорошо Чичкала на левом фланге. Здесь вот фол вот против фол. Нее. Слушай, это не первый ли свисток за последние минут 10? Все верно, только хотел отметить. Александр Пономарев впервые за 13 минут вступает в игру. Его даже используют баллончик. Если уж вступать, то по полной программе. Обязательно, но без карточек, как мы видим. Да, это стандарт. Пытались по позиционными атаками рязанская команда вскрыть. Ну, что ж сказать, массированную оборону торпеда. И обрати внимание, как далеко от мяча решила провести линию, за которые должны сейчас выстроиться. 9 метров необходимо. Я понимаю, но все равно такое ощущение, что подсуживает. Да, нет, конечно же, не подсуживает. Немножко больше она взяла. Мягкая подача. С захватом, так скажем. И удар по воротам. И хороший удар. Чего себе. Как вот минимум да. Для статистики. 15-я минута встречи, а мы уже наблюдаем, что третий голевой момент, и рядом со штангой мяч проходит, и мог он и во всех трех случаях мог оказаться в ворота. А до этого я хочу отметить Екатерину Фролову, которую мы с тобой отмечали, с ее низким ростом. Между прочим, это она выиграла воздух при подаче углового. 1,51 м. 55. 1,51 м, кстати, рост у другой футболистки. Под девятым номером у Ксении Алпатовой. Вот она в центре поля находится сейчас, если ты ее можешь наблюдать. Вот сейчас она вступает в борьбу. И команда себе гостей мяч отвоевала, и на газоне сейчас оказалась Колтакова, если не ошибаюсь. Да, Колтакова. Все в порядке вроде с ней, и не стали десантницы выбивать мяч за боковую, и продолжили свою очередную позиционную атаку. Дмитренко. Сейчас справа Алексанян забегала, но не разглядела ее Дмитренко, и вот опять. Смотри, уже центральная защитница уже на фланге, в дриблинге. А в то время Морозова, как мы видим, действует практически в защите. Но сейчас вот, конечно же, схема восстановилась. Рязани ВДВ слева подключилась Еремеева. И вот, наконец-то, она мяч обработала. Но здесь офсайд, вновь не удается ей уйти в атаку. Технично сейчас обрабатывала Еремеева мяч, как и ее лучший, один из лучших защитников ее амплуа, Марсело, бразилец. Все знают, видели этот видеоролик. Вот что-то подобное сейчас нам рязанская футболистка продемонстрировала в обработке мяча. Тут только ухода с радугой не хватало, когда мяч от пятки перелетает через голову футболистки. Действительно красиво и эстетично. Не весьма часто мы видим подобные моменты у представительниц женского футбола. Да почему же? Вот минуты ранее Дмитренко, центральная защитница, в это дриблинг просто шла. Матч нам такой удачный попался. Вот сейчас по флангу пытается прорваться капитан команды Дарья Еременкова. Между прочим, 21 год ей. Она не самая старшая в этом составе, но вот получила право быть капитаном этой команды. Значит, лидерские качества на уровне, и выбор пал в пользу нее. Не просто так. Развивается флаг Российской Федерации над стадионом «Спартак». Прекрасная погода. Ну и отличный пока что футбол мы видим. Да. Надеюсь, что накал страстей сохранится вплоть до 90 минут этой встречи. Да, хороший день для того, чтобы победить, а еще лучше с крупным счетом. 17-я минута встречи, и Рязань ВДВ в очередной позиционной атаке. Несколько раз мы отмечали, что много у Рязани ВДВ моментов, но согласись, скрыть такую массированную оборону, а мы видим, что ижевская торпеда полностью, все футболистки на своей половине поля, то есть, по сути, против 10 полевых игроков приходится обороняться, это не так просто. И вот подача Данилова! Прекрасный момент. Получила она от Кристины Алексанян подачу с правого фланга, сыграла на втором этаже безукоризненно, и, как мы видим,
удар в створ. Кстати, вот удара в створ-то сегодня и не было, несмотря на то, что мы отмечали несколько опасных моментов у ворот голкипера Анастасии Климовой. Впервые сейф она совершает, потому что до этого все мячи проходили мимо каркаса. Ну вот, кстати, я хочу отметить, что никто ее не опекал в момент удара. Не уверен я, что они были так защитницы торпеды были так уверены в том, что там было положение вне игры. Поэтому, в принципе, если бы Данилова забил этот гол, в принципе, никто ее бы не опекал. Мяч... Ты имеешь в виду, что у... Ну, что ей дали спокойно пробить в том моменте, и не несмотря на то, что там было положение вне игры. Ну, то есть Константин Кайгородов, конечно, высказывал бы большие претензии своим защитницам, если бы Данила в этой ситуации смогла реализовать полученный момент. Ну, кстати, он, хочу сказать, эмоции накалились у нас около бровки, и видели мы все, как Константин Вениаминович эмоционально реагировал на решение судьи. И, честно говоря, не знаю, он какой именно. Может быть, тоже ему не понравилось то, что с запозданием это нарушение правил было зафиксировано, точнее, офсайд был зафиксирован с небольшим запозданием, и удар в створ смогла Данила нанести. Дмитриенко выигрывает борьбу и с нарушением правил. В свою очередь отметим, что Константин Климашин находится у границ технической зоны, однако у него позиция статичная. Если Константин Вениаминович Кайгородов бегает, так скажем, от одной половины к другой, то у Константина Климашина позиция спокойная в данном вопросе. Ну и понятно, что команда сейчас лидирует в данной встрече. Вот, пожалуйста, наверное, впервые за 10 минут торпеда Ижевская переходит в чужую половину поля, расположившись там полностью. Все полевые игроки сейчас на половине Рязани ВДВ. Еще один удар по воротам и рикошет, но не сильный удар этот был, поэтому спокойно сейчас Самсон этот мяч забрала. Вот и все, вот и вся атака Ижевского торпеда. И даже не попытаются, обрати внимание, как-то попрессинговать. Видишь, что активности никакой мы не наблюдаем. В касании Чичкала. А Данилова-то ушла на левый фланг и освободила зону центрального подающего для Чичкали. Подача хорошая и... Ну как тут можно было не забить? Хороший был момент. Еще один удар по воротам. Но это такой на тычок даже было похоже. Не получился удар. Хорошая была ударная позиция сейчас у футболистки Рязани ВДВ. Что-то помешало ей пробить по воротам. Очередной голевой момент отметим. Уже шестой, как мы видим в этой встрече, хотя прошло всего-то 20 минут. Отмечали мы турнирную позицию футбольной команды Ижевского торпеды, но совсем не упомянули, какое место сейчас занимает футбольный клуб Рязани ВДВ. Это третье место. С 10 очками команда сейчас на в призовых месте, местах, да, так скажем. Лучше нее. На первом месте сейчас с 13 очками команда ЦСКА. Нет, «Звезда». «Звезда» 1005, прошу прощения, да. А с 11 на втором месте как раз-таки центральный спортивный клуб «Армия». Так, судя по всему, кровь пошла из носа у защитницы «Торпеда». И нужно остановить ее. И, ну, я думаю, если футболка будет испачкана, то и, соответственно... Нужно будет заменить, я имею в виду, футболку. Да, неприятный момент, конечно. Ну вот так вот женский футбол. Не лишен крови. Да, именно так. Кровавый женский футбол на стадионе «Спартак». Ну что ж, а Рязани ВДВ нужно пользоваться этой ситуацией. Центральный защитник сейчас, ну вот, к сожалению, ошибка. Нужно пользоваться Рязани ВДВ этой ситуацией, потому что команда находится в большинстве. На войне все средства хороши и... На обед по расписанию. Лишний игрок. Так, какие-то необычные тут... переустановки, дали выбить третьему номеру Ксении Гараниной этот мяч. Судя по всему, далеко она сейчас будет его бросать вперед, где защитницы будут бороться. Без проблем Еремеева. Так, показывает сейчас футболистка, что нет, все-таки не выпускают ее. Это 21 номер Кристина Ванькова. 19-летняя футболистка, фланговая защитница, ну или латераль ее, наверное, проще называть. Вот сейчас ей разрешают появиться на поле, устранили кровь, а тем временем у нас вновь травма в единоборстве между капитаном Дарьей Еременковой и 22-м номером Рязани ВДВ Надеждой Колтаковой.
единоборство произошло, и наша футболистка на газоне оказалась, а фол был зафиксирован в пользу Торпедо. И вот как подсказывал Константин Аминович Кайгородов, сейчас 14 номер Ксения Лукина будет бить по воротам. Вот именно удар мы сейчас будем наблюдать, посмотрим, как она послушает своего тренера. Ну, будем смотреть, как футболистка... А нога-то у нее, по-моему, правая и очень удобно будет. Да, действительно, это удар по воротам. Ну, справилась, не верили мы в хороший, такой хороший исход. Хороший удар получился. Ну, выполнил установку тренера и хороший удар нанесла на поворотам Екатерина Самсон. Ответ на 6 моментов Рязани ВДВ. Собственно, наверное, это то, на что и может рассчитывать Ижевская Торпедо в этой что встрече. Стандарты. Шайной залетит, как ты говоришь. Ну нет, ну стандарты, какие-то контратаки. Как мы видим, контратаки не очень получается пока у... А вот, кстати, вторая ошибка за последнюю минуту аналогичная. То есть минуту назад тоже Беломыцева давала передачу на Еремеева. И какое-то не то, что невзаимопонимания не хватает, а просто, я думаю, не в темп была отдана эта передача. Ижевская Торпедо ищет возможность атаку провести. Пока что неудачно. Морозова на правом фланге получает мяч. Перевод на Кристине Алексанян. Приходит в позиционную атаку Рязань ВДВ. Вставляет за линией мяча только центральных защитниц. Отмечу. Одна из них Дмитренко сейчас мяч получает. Да, Саш, что хотел сказать? Отмечу, что уход Даниловой на левый фланг — это была не разовая акция. Вновь она оказалась сейчас на левом фланге. И поменялись местами они с Чичкалой. Чичкала сейчас действует как центр-форвард и снова недопонимание. И очень странно, почему сейчас Басанская не побежала к мячу, потому что было не только много пространства, но и, соответственно, не было оппонентов. Но я боюсь, что тебе на этот вопрос даже сама Ольга сейчас не ответит, потому что действительно была большая свободная зона. И если бы вовремя стартовала футболистка, полузащитница Рязани ВДВ, то действительно может получиться выход 1-1. Выход 1-1, кстати, которых мы сегодня не наблюдаем, потому что все атаки практически Рязани ВДВ — это позиционные нападения. Данилова классно пяткой оставляет на Басанскую, но здесь, Ольга, надо пробить! Хороший удар! Однако выше ворот, тем не менее, я думаю, что... Ну, хотелось бы удара в створ, банально. Анастасия Климова, она потрепала. Да, по истечению 25 минут только один по-настоящему удар в створ мы этой встречи понаблюдали в исполнении футбольного клуба Рязань ВДВ, хотя моментов было в разы больше, потому что сколько бы ни было моментов, все равно в разы, учитывая, что один был только в створ удар, даже если было бы два мимо, то в разы больше. Надеюсь, вы понимаете логику моих суждений, хотя я и сам порой захлебываюсь в подобных рассуждениях. Ижевская Торпедо. Эмоции захлестывают не только футболисты, как вы видите, но и комментаторов порой. Здорово, сейчас 23 номер отборолась, но, к сожалению, мяч Татьяна Долматова была на своем правом фланге, но мяч не в ее пользу, а в пользу Рязани ВДВ. Еремеева быстро вперед на Данилову. Так вот, Данилова продолжает на левом фланге играть, как ты тоже можешь наблюдать, Глеб. Вот, пожалуйста, а Чичкала действует как центр-форвард. Вот такое вот изменение у нас в составе. Ну, это чтобы запутать футболисток команды гостей. Редкая контратака Ижевского Торпедо ничем не заканчивается. Сейчас нужно безошибочно действовать. Классно, Алексанян. Именно так, как правило, она действует. Как мы заметим, правый фланг не претерпел изменений. Вообще у Рязани ВДВ никаких изменений по сравнению с предыдущей встречей, которую, кстати, она победила. Давай скажем, что команда в важной встрече против Чертанова одержала волевую победу. После команда пропустила с пенальти во втором уже тайме, но смогла быстро отыграться за счет гола центральной защитницы Дмитренко. Ну, там две ошибки, конечно, голкипер Чертанова допустил. После стандартов она... Не фиксировала мяч с первого раза. И один следующий уже после гола Дмитренко свой гол забила Морозова и принесла победу десантницам со счетом 2-1. Тем временем Еремеева переводит мяч на Басанскую, которая уже играет как раз на позиции Чичкала. Ну, это слева. Уже это позиция Даниловой, но это закрепленно изначально. Уже, да. Все верно. Изначально на этой позиции выходила все-таки Чичкала, хотя мы видим, Данилова все чаще и чаще появляется слева в полузащите. А вот теперь с левого фланга будет уже подавать Морозова. Вот так вот все прикипели, можно сказать, к этому левому флангу. Но сейчас будем смотреть. Ничто не вечно под луной, даже позиция Рязани ВДВ. Хорошая подача! Классная подача была на ближнюю штангу, и Данилова на опережение пыталась действовать. Много раз мы наблюдаем, как на опережение забивает Данилова много мячей. И вот в данном случае сейчас тоже пыталась она в касание пробить. Хорошо было разыграно. Это, мы знаем, что это домашняя заготовка Рязани ВДВ. И
Ну, да, Александр часто присутствует на тренировках футбольного клуба «Рязань ВДВ» и смело может проанализировать их действия. Ну, такие моменты мы наблюдали и в предыдущих встречах, поэтому не мудрено сделать вывод, что наигрывается эта комбинация. А если говорить о... Давайте, пауза у нас есть. Еремеева на газоне. Если вспомнить предыдущую встречу ижевской команды, то, как вы, не, наверное, Глеб, вот с трех раз тебе три возможности. Как сыграла ижевская торпеда предыдущую встречу? А, ты имеешь в виду, сколько очков взяла? Ну, три возможных исхода. Какие? Я подозреваю, что поражение с сухим счетом. Ты совершенно прав. Можешь сегодня сходить, сыграть в рулетку, я не знаю, или сделать ставку. За счет 3-0 команда проиграла Енисею на своем поле. Вот, собственно, и все. Басанская новая атака начинается от Рязани ВДВ. Ну и снова недопонимание. Не хватает немножечко понимания футболисткам. Вот в касании здорово вроде бы все получается сыграть, отдать передачу, но до адресата не всегда она доходит. Ну, немножко самодовольная игра отчасти у Рязани ВДВ. Я уже отмечал, что соперник такой, как ижевская торпеда, не шибко-то и силен, хотя это мое субъективное мнение, которое, естественно, может быть ошибочным. Но увидим, как ты говоришь, никакой недооценки здесь не должно иметь место быть. Однако все-таки, наверное, подсознательно Рязань ВДВ Дмитриенко как раз понимает, с кем они играют, и, соответственно, иногда немножко халатно относится к моментам. Никаким образом не хочу сейчас их в этом укорить, но хотелось бы уже к 30-й минуте встречи увидеть забитый гол. Гол назрел как минимум один уж точно, если уж не два. Действительно, ну что тут скрывать, игра-то в принципе получается. Игра получается, моменты есть, гол придет, нужно продолжать действовать в том же духе. 30-я минута встречи, еще 15 минут у нас в тайме есть для того, чтобы увидеть забитый мяч. Дмитриенко. Ну, поскольку игра проходит практически без пауз, вряд ли стоит надеяться, что судья добавит много. Я понимаю, но действительно без пауз идет игра, и в основном мячом владеет команда Рязани ВДВ. Вот сейчас Морозова. Уже слева Морозова оказалось. Очень много сегодня желающих у Рязани ВДВ поработать, так скажем, на левом фланге. Помимо Чичкала и Данилова, это уже и Елена Морозова. Но, возможно, как ты думаешь, может быть, какую-то вот они... Ушел все-таки мяч у Морозовой. Какую-то, наверное, слабую сторону нашли. Ну, справа у торпеды играет Ксения Гаранина, третий номер. Да, Ксения Гаранина. Все-таки к ней претензий лично у меня нет. Пока что она действует безукоризненно. Ну да, и помогает ей тоже 23-й Татьяна Долматова. Но, тем не менее, понятно, что никаких претензий нет. Но, согласись, все атаки в основном Рязани ВДВ через левый фланг. Это мы не можем не отметить. Чичкала. Классно корпус поставила. Басанская, Еремеева. Много у нее, кстати, вариантов для продолжения. Вот такой не самый, наверное, очевидный она выбрала для продолжения — Дмитриенко. Сама идет, между прочим, центральная защитница Рязани Кристина Алексанян. Вновь Морозова. Смещается в центр безукоризненно. Басанская опять возвращает мяч Кристине. Подача будет. Все верно. Хорошая подача, между прочим. И подбор за Басанской. Оставляет Морозовой. Можно было ведь пробить Данилова. Нет, здесь офсайд. И вновь требуется помощь медицинской бригады. На этот раз Екатерина Иванова оказалась на газоне. Ну нет, поднимается, но главная судья Александра Пономарева, ни секунды не размышляя, вызвала медицинскую бригаду. Ну, вроде бы все в порядке с футболисткой и... Никакого. Хотя нет, вы знаете, даже идет спотыкаясь немножечко. Возможно, в каком-то на таком небольшом нокауте находится. Нокдауне, наверное. Ну да. Если бы была в нокауте, вряд ли бы встала. Да, прошу прощения, боксерскими терминами не силен, но приходится их озвучивать вслух. Да, не совсем хорошо, наверное, себя чувствует. Но надо просто прийти в себя. Я думаю, несколько секунд на это потребуется. И сможет Екатерина Иванова вернуться на поле. Желаем ей, конечно же, здоровья. Опять же, возможность у Рязани ВДВ поработать в большинстве. Чичкалов прессинг идет, но... На этот раз не просто защитница выбыла, а центральная. Поэтому
сказать. Опасно. Да, сам Бог велел туда нагружать вперед, в ту зону как раз. Возможно, Рязань ВДВ он в виду не имел, но все-таки посмотрим, как рязанская команда будет действовать. Ну, не так долго. Не так долго. Уже нет возможности действовать в большинстве, поскольку возвращается центральная защитница ижевского Торпеда. 33-я минута встречи, счет 0-0. Очень большое значение придает всем контратакам Константин Кайгородов. Это можем судить по тому, насколько эмоционально он высказывается касательно действий своих подопечных. Здесь Еремеева, Чичкала. Свободная вернулась на свою родную позицию. Хорошая, опять же таки, подача, но здесь... Выбивает мяч неудачно сейчас Климова. Ну, будет удар по воротам-то или нет? Нет. Все-таки Александра Пономарева намекает нам на то, что уж скрывать, не намекает, открытым текстом говорит, было нарушение. Открытым свистком. Вновь нарушение в чужой штрафной. Уже, наверное, третье за последние три минуты. Фолы в атаке участились в составе. Ну что ж, Анастасия Климова допустила, по твоему мнению, сейчас ошибку-то? Все-таки, конечно же, в такой ситуации профессиональный голкипер должен был брать мяч намертво. Но, опять же, в контексте ситуации, я думаю, судить ее бессмысленно, поскольку она играла в силу своих возможностей. И, вероятно, данная ситуация не позволила ей поступить иначе. Однако мы видим, что ничего страшного не произошло. И я думаю, что Константин Вениаминович не будет ее шибко ругать. Ну, тем более к ошибке это... И не относится практически. Нет, но эта ошибка не привела к каким-то результативным действиям. Плюс еще давай скажем, что солнце светит прямо в лицо и голкиперу рязанской команды, и вратарю ижевской команды. Так что свои есть факторы, которые помешали ей, наверное, зафиксировать этот мяч намертво. Чичкала. Корпус ставит и... Не было здесь фола, показывает Александра Пономарева. Классно, в касание отдавала, не нет офсайда, нет офсайда. Чичкала здесь, поскольку она находилась в офсайде, но вернулась в игру. Еремеева, подача. Данилова выигрывает, тут воздух как-то... Неуверенно, я бы сказал, тем не менее, пока зацепил, что... Она смогла зацепиться, такой трудный мяч. Кристина Алексанян, перевод на Морозову. И неожиданно корпус решила сейчас ставить девятый номер Ксения Алпатова. По-моему, не самое сейчас мудрое решение было выбрано. И вновь подбор за рязанской командой. Морозова, прострел, Данилова! Момент и гол! Показывает главный арбитр Александра Пономарева, что мяч нужно ставить на центральную точку стадиона. Как мы видим, 36-я минута встречи. Футбольный клуб «Рязань ВДВ» начинает лидировать. Данилова забивает свой гол. Ну что ж, он назрел. Много было моментов у Рязани ВДВ. И наконец-то... Поздравляем ее с забитым мячом. Ну что ж, хорошая была, был прострел от Морозовой. Вновь Данилова сыграла на опережение. Не смогла она с первого раза Анастасию Климову переиграть. Та вышла из ворот и уже в пустые, можно сказать, наша нападающая отправила сферу. И вот ошибается ижевская Торпеда во втором пасе после развода мяча. Ну что ж, проще, уже проще. Назрел этот гол и... Сейчас уже, конечно, совсем другая игра будет. Мне будет интересно понаблюдать, как будет изменять игру свою Константин Вениаминович Кайгородов. Вот что, какие... Второй вопрос, даст ли Рязань ВДВ ему эту игру изменить? Согласен, согласен. Вот именно эти два вопроса. Сейчас будем наблюдать в ближайшие, наверное, 10 минут, как изменится ход встречи. Наверное, на это можно будет рассчитывать и в оставшиеся минуты. Если, конечно же, счет не будет... не знаю, крупным или изменится в другую сторону. Так, Рязань ВДВ не спешит пока что она проводить позиционную атаку. На своей половине поля мяч перепасовывает. Вот только сейчас он мог перейти. Беломыцева. Чичкало здесь мяч получил на левом фланге. Что-то не спешит забегать Оксана Еремеева. А вот Александр давно уже руку поднимает на своем фланге. И вот только... Сейчас ее, наверное, увидел Дмитренко, но передачу ей не стала отдавать.
А вот и Еремеева с мячом. Я думаю, что стоит ожидать паса в центр, именно он и следует. Вот опять Алексанян мяч, руку свою поднимает, прося мяч. Мне кажется, она заскучала немножко на своем правом фланге. Как мы отмечали, чаще всего через левый фланг действуют десантницы. И вот так вот сегодня активная наша защитница, которая подключается, наверное, чаще остальных в атаку по своему флангу. Чаще остальных защитниц, естественно. Вот так вот, наверное, редко сегодня в эпицентре борьбы и игры оказывается. Ну вот сейчас она с мячом. Ну вновь ошибка, как мы видим, в исполнении Ижевского торпеда. Что-то пока что по первым минутам после гола не шибко они изменили игру. Хотя ты этого, Саш, как мне помнится, ожидал. Вновь Данилова. Нет, нет, я не то что ожидал, что как-то изменится. Я ждал реакции, последует она или нет. Она не последовала, вот и все. Перехват. Недоволен сейчас действиями своих игроков Константин Кайгородов. Нет, если не ошибаюсь, он недоволен сейчас действиями Александра Пономарева и указывает резервному арбитру на нарушение правил, которые не были зафиксированы. Вот так действительно эмоционально он очень реагирует. А вот на противоположном фланге тренерской скамейки мы наблюдаем, как Ася Туриева, которая восстановилась от травмы, наворачивает кросс и готовится, наверное, появиться во втором тайме. Здесь мяч все-таки покинул границы поля, и его из-за линии ведет Ижевская торпеда. Да, действительно, сегодня есть возможность у нас увидеть Асю Туриеву в составе футбольного клуба «Рязань ВДВ» на газоне в игре. Я думаю, что в втором тайме как раз именно на это нам и стоит рассчитывать. А пока что Ижевская торпеда продолжает шаг за шагом подходить к воротам Екатерины Самсон, но, увы, безрезультатно. Вы знаете, в большинстве сейчас случаев. Эмоции Константина Кайгородова, наверное, ярче всего отражали суть, наверное, игры и того, чего он ждет от своей команды. Он кричал: давайте, играйте, идите посмелее, кусайте там впереди. Ну, я думаю, ярче, чем вот этот комментарий, наверное, никак желание тренера лучше, наверное, не отразит. Что хочет от своей команды увидеть? Басанская на ударной позиции! И прекрасный сейв сейчас совершает Анастасия Климова. И вот только сейчас момент завершен. И угловой. Стандарт зарабатывает. Вновь голевой момент у Рязани ВДВ. 40-я минута встречи. Счет остается прежним 1-0. В ярком и стычном падении сейчас мы видели, Анастасия Климова совершала этот сейв. Согласен, это было красиво. Стоило ее за это похвалить, что мы, собственно говоря, и сделали. Морозова берет мяч в руки. И смело можем мы сделать вывод, что именно она будет совершать подачу. Ну, сейчас продемонстрировал действительно Климова, что вратарь высокого уровня. А вот все-таки розыгрыш на Чичкалу. Неудачно. Неудачно получилось. Прочитала этот момент Милена Никитина и перехватила передачу эту. Морозова. Сразу две футболистки сейчас были против нее, а Чичкала была свободна. Нетрудно заметить, что сегодня футбольный клуб «Рязань ВДВ» показывает подавляющий процент владения мячом. Я думаю, уж минимум 60 на 40, а возможно и 65 на 35. Вот, мне интересно было бы даже тактические действия посмотреть команд, сколько уже передач было сделано футболистками «Рязань ВДВ». Ну уж, я думаю, к уровню, наверное, хорошей Лиги чемпионовской мужской команды по итогам встречи Рязань ВДВ приблизится, как мне кажется. Остался мяч в пределах поля. Да, не так поля. Далеко. Вот видишь, просто выбивали вперед футболистки торпеда мяч. Ну, да не получилось у них даже это сделать. Ну, вот уже комментарии от Константина Климашина. Да, тоже. Просит он быстрее играть, быстрее своих футболисток. Комментарий этот был адресован, соответственно, Надежды Колтаковой. Просил он почаще, поскорее возвращать мяч назад. Еремеева. Ну вот посмотри, ну это типичная Барселона, что ж тут говорить. Своеобразная тики-така, с тобой соглашусь, Саша. Очень качественно в короткий пас сейчас играет Рязань ВДВ. Здесь на обыгрыше действует Кристина Алексанян. Ну, не... Пошла она вперед сама и на Данилову оставляла. Отдавала передачу, надеюсь, что она зацепится. Но вот Данилова вернулась на свою позицию, и против нее, а вот редкая контратака. С мячом Даниловой? Нет, редкая контратака. Торпеда.
Там за мяч зацепилась сначала Наталья Косолапова. Вот снова она с мячом, центральная нападающая. И Долматова Татьяна опять мяч получает. Отбилась Рязань. И вновь Данила вот здесь зацепилась. Был у нее небольшой шанс, чтобы зацепиться за этот мяч, что она и сделала, пожалуйста. Аут в пользу Рязани ВДВ. У вас будет прекрасная возможность проверить свое мастерство в противостоянии с вратарем Рязани ВДВ Марией Жаманаковой. И слышим мы громогласный баритон стадиона. Михаил Садатов сообщает нам о том, что в перерыве будет конкурс. В конкурсе в этом будет участвовать второй голкипер футбольного клуба Рязани ВДВ Мария Жаманакова. Каждый желающий в возрасте до 14 лет сможет пробить 18. Ей, до 18 лет сможет пробить ей поворотом, мячом. И вот сейчас Константин Кайгородов отправляет всех своих высокорослых футболисток, все, которые у него, конечно же, есть. Ну и, кстати, среди них, как Екатерина мы отмечали, Фролова. Да, и Фролов, на нее подача там пошла, кстати. Вот так вот. Отправлял вперед для того, чтобы воспользоваться стандартом. Действительно, это тот маленький шанс, которым торпеда может зацепиться и воспользоваться. Но, к сожалению, неудачно. Отмечал-то Александр, что сегодня действия футбольного клуба Рязани ВДВ всячески могут запутать ижевская торпеда. И действительно, нет какой-то привязанной позиции у полузащитниц Рязани ВДВ, потому что сейчас справа в защите действовала Чичкала. Ну, такое броунское движение, такое, знаешь, в хорошем смысле слова хаос в полузащите действительно. Управляемый хаос. Да, именно так. Каждый располагается по разным флангам, и взаимозаменяемость прекрасная, поэтому футболистки торпеды могут просто запутаться. Вот Морозова, свободная зона у нее. Подача сразу не последовала, оставляет мяч она Еремеевой. Левоногая Еремеева делает подачу. Колтакова ставит корпус и... Ну, конечно же, показывает Александра Пономарева. Поднимайся, никаких пенальти мы здесь ставить не будем. Ну, понятно, подставляла сейчас Колтакова, искала этот фол. Ну, возможно, он там и был, но пенальти... Но не на пенальти уж точно. Не решила не ставить. Максимум устное предупреждение. Да, Александра Пономарева решила уж не испытывать Константина Кайгородова, который, наверное, и так недоволен действиями судьи, но это по его эмоциям так можно наблюдать. Ну и новая атака. 45-я минута встречи. Тем временем у нас заканчивается уже первый тайм. И всего лишь одну минуту добавляет главный арбитр встречи Александра Пономарева к первому тайму. Ну да, были у нас небольшие остановки, все-таки были. Помним, когда медицинскую помощь оказывали, и остановка была связанная с разбитым носом, и плохо становилось еще и третьего номера Ксении Гараниной, поэтому вот, собственно, минута и отсюда созрела. И вновь Дмитриенко, обрати внимание, идет в атаку. Не раз ты уже отмечал сегодня действия центральной защитницы. И вот в подтверждении твоих слов, как мне кажется, очередной подарок нам, комментаторам. Кристина Алексанян действует справа. Ну да. Обрати внимание, это Еремеева. Да, вот ты правильно отметил, что Беломыцева всегда остается на своей позиции, можно так сказать, последним защитником. Сейчас, конечно, этот термин в футболе не используется, но остается она последним защитником. А Дмитриенко идет вперед и начинает атаки как своеобразный такой либеро. Все, первый тайм окончен со счетом 1-0. Подавляющее преимущество имела команда Рязани ВДВ и свой один из многочисленных моментов, что ж тут скрывать, смогла реализовать гол на счету Елены Даниловой. С чем мы искренне ее поздравляем, но профессиональный футбол высшей лиги чемпионата России по футболу не завершен. Через 15 минут мы вернемся к вам и будем смотреть и, соответственно, комментировать встречу Рязани ВДВ и Ижевского торпеда. Ждем.
Продолжается игра высшей лиги чемпионата России по женскому футболу. Шестой тур. Футбольный клуб «Рязань ВДВ» принимает ижевская «Торпеда». Ох уж женский футбол удивительный и очень яркий. В перерыве у нас, а именно у «Рязани ВДВ», была замена. И только что видели мы, как Мария Жеманакова отбивала пенальти молодых футболисток, 16-15-летних, которые проживают в Рязани, а уже сейчас она выходит вместо Екатерины Самсон. Может быть, она убедила Константина Климашина выпустить своими действиями в перерыве? Вот на моей памяти первый такой подобный момент. Ну что ж, уже игра в самом разгаре, и самое время обратиться к составам команд, которые сегодня принимает участие в матче. Как я уже отметил, вместо Екатерины Самсон в воротах сейчас Мария Жеманакова, номер один. Линия защиты. Центральные защитницы Анна Беломыцева, номер 4, и Екатерина Дмитренко, номер 5. По флангам справа играет Кристина Алексанян, номер 8. Слева Оксана Еремеева. Линия полузащиты. Номер 26 Анна Синютина. Теперь она капитан команды. Все верно. Надежда Колтакова выступает под 22-м номером. Ольга Бассанская, номер 6. Также действует в опоре. Справа у нас Елена Морозова, слева Кристина Чичкала. Хотя мы видели по первому тайму, что закрепленных позиций за ними нет. И еще одна замена в составе футбольного клуба «Рязань ВДВ». Вместо 36-го номера Елены Даниловой на острие атаки действует номер 70 Наталья Осипова. Главный тренер Рязани Константин Климашин. Ну, все-таки видели мы, что Данилова, несмотря на забитый гол, действовала с таким тейпом, с таким пластырем, можно сказать, на правой ноге. Все-таки травма у нее не до конца, наверное, залечена. И вот Морозова пока на фланге получает мяч. Подача! И вот Юрка как раз-таки Осипова сейчас вступила в игру. Правда, результативных действий пока что не принесла своей команде. Но мы видим, что самоотверженно идет в мяч. Да, Осипова теперь располагается на левом фланге, где действовал Чичкало, а Чичкало сама, собственно, пошла на позицию Осиповой в центр нападения. Составом Ижевского «Торпеда», порадуй нас, Саш. Да, Анастасия Климова под первым номером сегодня играет голкипер. Третий номер Ксения Гаранина. Под номером 4 Екатерина Иванова. Номер 7 – Екатерина Фролова, номер 9 – Ксения Алпатова, под 8-м номером Дарья Еременкова, под номером 14 действует Ксения Лукина, Еременкова, кстати, капитан команды, под номером 18 – Милена Никитина, под номером 21 – Кристина Ванькова, номер 22 – Наталья Косолапова, 23-я – Татьяна Долматова, главный тренер ижевского «Торпеда» Константин Вениаминович Кайгородов. Сейчас в центр сместилась Кристина Алексаняна, дала пас на Басанскую. Далее вот упомянутая нами Осипова уже здесь действует на левом фланге. Действует пока что хорошо. Подача. И Колтакова возможность у нее. Для того... И вот неудачные действия. Подбор за Морозовой будет. Можно вторым темпом эту атаку продолжать. Алексанян, теперь она ближе к нам по картинке. И для вас, телезрителей. Колтакова здорово разобралась с двумя футболистками в штрафной. Алексанян, но это пенальти, нет? Нет, показывает главный арбитр Александр Пономарев. Кстати, сейчас благодаря этому мы представим арбитров. Показывал все-таки Пономарев, что нужно подниматься, хотя, как мне кажется, фол все-таки да был. Но явно, наверное, не на пенальти, считает Александр Пономарев. Кто же сегодня вместе с ней судит эту встречу? Да, москвичке помогает Елена Иванова из Рузаевки и Яна Земского из Самары, лайнсманы. И резервный судья Станислав Бращин из Рязани и инспектор встречи Александр Кабаков. Город Москва. Рязань ВДВ контролирует мяч. Вновь мяч. Вступает в игру в Осипову, все верно. Здесь Еремеева. Ждать нам стоит подачи, но все-таки решила она сделать перевод обратно на Осипову. Вот от нее уже подача хорошая. И здесь вот Колтакова, ну забивать такие надо. Ну как так? В перерыве удалось пообщаться с руководителем футбольной команды футбольного клуба «Рязань ВДВ» Светланой Рудольфовной Подоль. Отмечает она, что не хватает реализации все-таки ее команде, потому что моментов создают много, а мячей залетает в ворота мало, в том числе и в створ ворот даже. Ну вот, наверное, сегодня яркая демонстрация этих слов. Подтверждение, все верно, ее тезисов.
надеемся, что футбольный клуб «Рязань ВДВ» с подобной своей проблемой справится. Как мне кажется, это действительно проблема. Так, Морозов, новую атаку начинает Алексанян. Хорошее подключение от защитницы. Какие есть предложения. И вот прямо под нами теперь активные болельщики расположились под нашей комментаторской позицией. Возможно, теперь по интершуму вы будете их чаще наблюдать. И вот обокрала сейчас 22-й номер защитницу рязанской команды. Это Наталья Косолапова была. Вот так вот, наверное, первый, можно сказать, самый опасный момент ижевского торпеда, который она создает в этом поединке. Да, и будет угловой, не спешат, конечно же, гости его разыграть. Я думаю, пока что они пытаются занять необходимые позиции, чтобы выжать максимум из этого момента. А не первый ли это угловой у удмуртской команды? Первый. И в ручном управлении сейчас Константин Кайгородов выстраивает своих футболисток. Ну, кстати, не хватает им высокорослых игроков. По уровню громкости с ним может сравниться только болельщик, который находится явно под нами. Его наверняка можете слышать. Активная поддержка, хоть в составе одного человека, но все-таки Рязань ВДВ эту активную поддержку имеет. Идет в атаку. Здесь неточный пас на Басанску, но удается украинской полузащитнице мяч отвоевать. И вот Кристина Алексанян уже спокойно ищет адресата для паса. Не спешит на мяч переводить вперед. Решает сыграть со своей полузащитницей. И фол. Минутами ранее вступила в игру Мария Жеманакова. Первое касание мяча у нее было. И, в принципе, вполне удачно. И вот, если бы сейчас передача прошла на Морозову, очень хорошую обостряющую передачу в разрез делала капитан команды после ухода Екатерины Самсон Анна Синютина, но, к сожалению, не прошло. И вновь не хватает недопонимания немножечко рязанским футболисткам. Передача вновь не нашла своего адресата. Ну как, адресат-то был, просто, наверное, не удалось сейчас вовремя к этому мячу подстроиться. Басанская новая атака Рязани ВДВ. Беломыцева. По-моему, очень нечасто называем ее фамилию, потому что не так много работы у защитницы Рязани ВДВ. Да и штрафного для нее сегодня никакого не было. В предыдущей встрече, можно сказать, такую голевую передачу она отдавала на Морозова. Екатерина Фролова практически смогла обокрасть. И вот классная передача Морозова. Ай-яй-яй. Вновь мы обратим внимание на низкорослого, юркого, атакующего игрока Екатерину Фролову, которая смогла сейчас практически обокрасть Дмитренко. В моменте до этого она активно подключалась к атаке, но не увидел ее одноклубница и не смогла сделать передачу. Что ж, мы видим, что ижевская торпеда все-таки старается отыграть минимальное преимущество Рязани ВДВ. Далеко вперед выбивает сейчас Климова. Здесь борьба. Ну и новая атака Рязани ВДВ. Беломыцева. Алексанян. Ну что ж, уже у нас 54-я минута встречи. Глеб, как ты считаешь, каким образом изменил свою игру своей команды Константин Кайгородов в перерыве? Какие были указания? Ну, что мы наблюдаем? Если мы можем анализировать первые минуты второго тайма, то наиболее активен, как мне кажется, сейчас прессинг. И вот момент! Торпеда! Ну, просто в, можно, я не знаю, так сказать, гордом одиночестве находилась Чичкала, и была у него возможность просто... И опять же отсылка к упомянутой мной теме по реализации исполнительского мастерства у футбольного клуба «Рязань ВДВ». Не получается команде с берегов Оки реализовывать все свои моменты, но это, соответственно, не получается у многих команд. Но, как мы видим, все-таки ничтожно низкий процент реализации показывает «Рязань ВДВ» в этом сезоне. Однако занимает третью позицию.
У Кристины сейчас прекрасная была возможность для того, чтобы забить еще один гол. Никто ее не опекал в том моменте, но удар не получился. Кстати, давай, Глеб, отметим, что действительно нам в комментариях подсказывали, что на данный момент ЦСКА находится на первом месте. Так оно и есть на самом деле, потому что уже... Три встречи уже были сыграны. Ну, собственно, это последняя встреча в этом туре. ЦСКА обыграл Кубаночку со счетом 2-1. Енисей на своем поле проиграл Чертаново 1-2. А Локомотив, это сенсация тура, обыграла Звезду 2005 действующего чемпиона России. Все верно, Звезда опустилась на вторую позицию. Да, и ну не будем, конечно, забегать вперед, но победа в сегодняшней встрече выведет Рязань ВДВ на вторую позицию. Чистую, между прочим. Нет, не такую же чистую, но потому что... Защищающуюся. Потому что вместе со Звездой будет по 13 очков, поэтому они будут вторую и третью позицию делить. Но это уже выше и с отставанием от ЦСКА в один балл. Хорошая подача вновь у Чучкалы. Момент. Но атака не закончена. Алексанян. Передача уже на дальнюю штангу. Скидка Колтаковой. Ну, здесь, конечно же, для Анастасии Климовой момент не очень-то и страшный. Должна она была этот мяч в руки забирать, что, собственно говоря, уверенно и сделала. И вот, как мы можем обратить внимание, два 11-х номера у одной и у другой команды, соответственно, по одному у каждой, готовится выйти на поле в составе футбольного клуба Рязань ВДВ, как мы можем знать. Под 11 номером играет Ася Туриева, а в составе Ижевского Торпеда... Это Кристина Фофанова. Соглашусь с тобой, Саша, именно эти игроки в скором времени появятся на газоне в роли действующих фигур. Осипова, очень низко, как мы видим, она сейчас опустилась. К центру поля. Здесь капитан команды играет. Не очень удачная передача, но вновь завладевает 26 номер мячом. Это Анна Синютина. Морозова подача, но слишком сильная она была. Колтакова на подборе. Есть предложение от Еремеевой. Сама решила Колтакова идти вперед. Проходит двух защитниц. Третья не смогла пройти. Слишком далеко отпустила от себя мяч. И замена. Сейчас будем смотреть, кого будут менять. Нет, не позволяет Александр Пономарев провести замену в этом паузе. Подача Еремеевой угловой. И вот сейчас, наверное, разрешает Александр Пономарев выйти на газон Кристине Фофановой. И появляется она на поле вместо 22-го номера от Натальи Косолаповой. Молодую центральную нападающую. Ну да, действовала, наверное, большую часть времени на позиции центр-форварда, и вместо нее появляется Кристина Фофанова. Честно говоря, не могу вам точно сказать, на какой позиции она действует. Вот сайт РФС мне сообщает, что Кристина Фофанова номинальная полузащитница. Как будет по игре, на самом деле, будем уже по ходу встречи наблюдать. И сейчас подсказывает помощник резервный судья Станислав Бращин Александре Пономареву, что еще одна замена должна быть произведена. И вот выходит Ася Туриева вместо 17-го номера футбольного клуба Рязань ВДВ Елена Морозовой. Ну, Морозова сегодня можно... Конечно, голевой пас на нее записан не будет, но прострел, тот самый прострел на Данилову делала она в эпизоде с забитым мячом. 58-я минута встречи, подача у нас. Слышим мы продолжительные аплодисменты от болельщиков Рязани ВДВ. Здесь опасный момент, но вновь безукоризненно играет Анастасия Климова. Как ты уже, Саш, отмечал, несколько сотен болельщиков сегодня пришли на стадион «Спартак», он же «Олимпиец». Хотя вот мы помним, что в прошлом сезоне порядка 40 человек максимум было на играх футбольной команды Рязани ВДВ. О чем это говорит? О том, что с болельщиками проводится работа, не сама собой, а, между прочим, есть ответственные за это люди. И мы видим, что женский футбол в городе Рязань весьма хорошо развивается. Сейчас Ася Туриева как раз получает мяч, прекрасную передачу выводит, но вот здесь Осипова почему-то за мячом не пошла, зато пошла Чичкала. И Осипова мяч получает. Ну, все-таки у команды достаточно высокие результаты, поэтому поводов не ходить в болельщиках просто нет. Нужно приходить, хорошая погода, тем более сейчас чемпионат России играется в удобное время, то есть нет ни и морозов, никакой плохой погоды, ну, возможно, осенью. Все-таки вторник, 6 часов вечера, не такое уж удобное время. Я понимаю, что речь, конечно, сейчас шла о сезоне, но хотелось бы еще и... Честно говоря, завораживающе сейчас так, распасовку задумала Рязань ВДВ у чужих владений. Вот в касание передачи Колтаковой. Момент, удар!
Перехватина! Но не получается сейчас Рязани забить второй мяч. Продолжается вторая волна атаки, и отбилась ижевская торпеда. Ну вот, собственно, почему рязанские болельщики приходят на стадион, да ради таких вот моментов удивительных, как мы видим. Классная передача была от Колтаковой, вывела она один на один Еремееву, фланговую защитницу, и, к сожалению, в створ мяч вновь не пошел. Сейчас заигрывается Ася Туриева, вышедшая недавно на газон, удается все-таки в пользу Рязани ВДВ закончить свои действия. Здесь рязанская команда странно вводит мяч в игру, по крайней мере, теряя его, и отбились. Немногочисленное единоборство сейчас Анны Беломыцевой, она победителем из него выходит, но прихрамывая возвращается. И возможность для ижевской команды провести свою атаку, потому что аут в ее пользу сейчас. Раз уж мы затронули тему болельщиков, соответственно, стоит вспомнить, что рекорд по числу болельщиков был установлен во время Лиги чемпионского матча против Русингорода несколько лет назад. Как мы помним, приезжала известная футболистка Марта в составе этой команды. Лучшая на тот момент. Все верно. И мы, конечно же, помним, что совсем скоро Рязань ВДВ примет участие в этом престижном турнире. Однако пока что есть небольшие трудности, в том числе и с прохождением всех необходимых условий. Как мы знаем, футбольный клуб Рязань ВДВ играет, занял второе место в чемпионате, вышел в Лигу чемпионов. Однако сейчас мы наблюдаем встречу на стадионе «Спартак». Согласно требованиям УЕФА, если искусственный газон находится на стадионе, то должно быть утепление. Стадион «Спартак» подобных условий пройти не может. Газон с подогревом. Да, все верно, должен быть газон с подогревом. Поэтому единственная возможность у Рязани принять лигочемпионскую встречу – это надежда на стадион ЦСКА. Однако и там некоторые трудности есть. И вот в случае, если эти трудности не будут устранены, то футбольный клуб Рязани ВДВ будет вынужден играть лигочемпионский матч в Броницах, чего бы, конечно же, рязанским болельщикам не хотелось. Поэтому нам стоит надеяться на поддержку как и руководителей региона, так и, соответственно, руководителей стадиона ЦСКА, которые должны устранить все необходимые недочеты. Естественно, я как болельщик Рязани ВДВ хочу наблюдать за этой встречей у себя дома, в родном городе. Конечно, в Бронице тоже я бы поехал все-таки. Момент у Чичкалы. Прошу прощения, Глеб, что тебя перебил. Так вот, резюмирую свое выступление, свой монолог закончу тем, что надежда еще жива. Речь о надежде увидеть лигочемпионский матч Рязани ВДВ на своем поле. Да, будем надеяться, что все удачно завершится для рязанской команды. И будем наблюдать, уж мы не у себя дома, ну, в городе, по крайней мере, в родном, на прекрасном стадионе, помещающем более 25 тысяч человек. Свободную зону передачи на Чичкалу в борьбе с двумя защитницами тяжеловато сейчас было, поэтому... Чичеловато. Пауза у нас в игре возникла. 63-я минута встречи. Еще одну замену готовит Константин Кайгородов. В ближайшее время... Сейчас мы пытаемся подслушать его диалог с игроками. Ничего удачного из этого не выходит, поэтому... Да нет, ну если ты больше не будешь говорить, я подслушаю. Ну, удалось мне подслушать то, что изменяется схема команды. Как она будет меняться, мы уже увидим по ходу игры. 64-я минута встречи. Все же я плохо вновь... с тобой в шпионов играть. Все же я вновь верну себе слово и продолжу монолог, поскольку футбольный клуб Рязани ВДВ сейчас находится в атаке, однако действие полузащиты Ижевска позволяет отбиться. И вот Жеманакова Мария, вратарь Рязани ВДВ, вступает в игру. Пас на Беломыцеву. Ася Туриева очень низко опустилась. Сейчас удается Рязани шаг за шагом пройти вперед. Вот уже и Чичкала с мячом будет обыгрывать один в один, как мне кажется. Нет, здесь пас вновь на Туриеву. Оставляет на Басанскую. Басанская уже в штрафной, и в очередной раз падают рязанские футболистки. Вот сколько раз уже моментов? Падают, но поднимаются тем не для менее. Для пенальти сколько? Вот третий момент, наверное, потенциальный, ну, пенальти. Вот, наверное, четвертый и все. Это три...
И момент у Осипова, это гол! Отвлеклись мы немножко от игры, произошло самое важное. Забили второй мяч футболистки Рязани ВДВ и уже весьма успешное преимущество, ощутимое, как мне кажется, у команды с берегов Оки. Ура! 65-я минута встречи. Сработала замена. Да, именно так, замена сработала. Осипова оказалась перед воротами совершенно одна и уже расстреливала ворота Анастасии Климовой. Счет 2-0. Ну вот так вот. Не так много, как в первом тайме Рязань ВДВ имела моментов, но с реализацией уже лучше во втором тайме. А тем временем на поле выходит Мария Бабушкина под 15-м номером и заменила она... Сейчас будем разбираться тогда по ходу встречи, кто, к сожалению, просмотрели бы замену в связи с забитым голом. А вот сейчас Михаил Солдатов нам подскажет. Ксения Алпатова поле покинула под 9-м номером. И Мария Бабушкин, 25-летняя нападающая. Мы видим, что два форварда стало у ижевского торпеда. 21-м номером Кристина Ванькова и Мария Бабушкина. Вот дуэт форвардов, который будет играть в оставшиеся минуты встречи. Ася Туриева, очередной дриблинг на фланге. Очень хорошую скорость Ася показывает. Здесь угловой в пользу футбольного клуба Рязань ВДВ. Ну там здорово действовала Ксения Гаранина в подкате. Безошибочно. Ну что ж, можно сказать... Получается, малой кровью расправиться с торпедо, конечно, не буду забегать вперед, но по такой игре с 2-0, наверное, трудновато будет отыграться удмуртской команде. Да и по неумолимой статистике, ни разу мы такого в этом сезоне ужасного торпедо не видели. Момент! Здесь еще один момент и забивает футбольный клуб Рязань. Третий гол – это разгром. 67-я минута встречи. Ольга Басанская делает счет 3-0 и отмечаем, что голевую-то передачу вновь делает вышедшая на замену Наталья Осипова. Вот такая вот замена от Константина Климашина. Угадал, что ж тут скрывать? Да, очень результативно сегодня действует Осипова. Сразу двойная замена сейчас будет в составе Рязани ВДВ. Это уже четвертый. И вот подсказывает нам руководитель команды Светлана Дольфовна Подоль, что это молодые девчонки, да, собственно, мы и видим из дубля. Прежде всего, это 19 номер Анастасия Фетисова сейчас на поле появится, и 18 номер Елизавета Лазарева. Сейчас посмотрим, кто кого заменит и каким образом будут какие-то перестановки в составе Рязани ВДВ. Первое поле покидает Екатерина Дмитриенко, ну это точно замена по позиции. Вместо нее появляется Анастасия Фетисова. И аплодисменты от фанатов Рязани ВДВ за сегодняшнюю игру. Действительно много подключалось вперед Екатерина и много атак она начинала Рязани ВДВ. Ну и Кристина Чичкало поле покидает, вместо нее появляется Елизавета Лазарева. Ну, мы видим, что футбольный клуб Рязань ВДВ ведет аж в 3 мяча, и поэтому, конечно же, Константин Климашин дает возможность молодым спортсменкам принять участие в 6-м туре высшей лиги чемпионата России по женскому футболу. Все 5 замен провел сегодня Константин Климашин, сделал он это уже аж к 69-й минуте. И, как мы видим, не зря 3-0 ведет футбольный клуб Рязань ВДВ. И продолжает владеть мячом и инициативой в том числе. Кристина Алексанян до мяча добирается. Против нее сейчас пыталась сыграть Екатерина Фролова, но безрезультатно. Вновь Осипова. Ну что можно сказать, команда поймала кураж. Ну нужно его развивать. 3-0 этого недостаточно. Нужно развивать и четвертый, и пятый, если на то есть возможности. Почему нет? Неугомонный комментатор Александр Блохин считает, что этого недостаточно. Естественно. 3 мячей. А сколько бы мячей тебе хватило, Саш, чтобы насытиться футбольной игрой? Я сказал, 5 вполне достаточно сегодня. Главное не допустить ошибку. Здесь вот вышедшая только что на замену молодая футболистка ставит корпус и... И напомнила о себе Александра Пономарева. Ну да, свисток арбитра.
Ну и, кстати, и вот, ни одной желтой карточки. Давай вот рязанские болельщики весьма любезно просят сейчас Александру Пономареву показать горчичник, но воздерживается она от подобных действий. Команда Карпилова замена. Вместо игрока номер 3 Ксении Гараненко на поле вышла Светлана Гирюлина номер 2. И вот слышим мы голос стадиона, который... Сообщает о замене. Ксения Гаранина поле покинул под третьим номером. Светлана Еремина под номером 2 на поле появилась. Отлично, в отборе сейчас действует Осипова. Судя по номеру Светланы Ереминой, я могу предположить, что это замена по позиции. Новую атаку начинает Рязань ВДВ. Вот в связи с этими заменами небольшая пауза у нас возникла во встрече. Хотя можно было Рязань ВДВ на кураже, можно сказать, развивать свое преимущество. Но вот такая небольшая пауза. А Екатерина Дмитриенко поле покидает, судя по всему, возможно, какая-то у нее небольшая травма или еще какое-то небольшое недомогание. Будем надеяться, что с ней все в порядке и никаких повреждений серьезных у нее нет. Ася Туриева подбирает мяч. Вот с Осиповой они в центре поля. Подуспокоилась встреча, что ж тут скрывать. И сами футболистки такое ощущение, что успокоились. Не успокоились, как ты говоришь, Глеб, только мы с тобой. Ждем четвертый и пятый гол. 71 минута встречи. Времени еще предостаточно для того, чтобы забить еще. Басанская в центре поля мяч получает. Обратно отдает его Анне Беломыцевой. И вот здесь Кристина Алексанян пешком на ближнем к нам фланге идет вперед, однако руку не поднимает, хотя, получая она сейчас передачу, могла бы далеко пройти. Осипова, Беломыцева, Ась Туриева набегает, но пас все-таки, вот только сейчас она получает этот мяч. Вновь Осипова, и здесь просто уже напрашивается передача на Алексанян, разводит она руками, но не получает ожидаемого мяча. Туриева идет вперед сама. Скорость хорошую показывает. Прошла одну, вторую, идет дальше. И вот наконец-таки, где же пас? Нет. Надо свистеть. Это точка для Анны Беломыцевой. Здесь нужен нам этот штрафной, потому что у нас есть хорошие исполнители для него. Ну, у меня нет сомнений, кто будет. И вот, кстати, удается мне послушать сейчас разговор руководителя Светланы Рудольфовны Подоль, тоже на недовольный счетом, говорит, 3-0 всего, учитывая реализацию, это неправильно. Также ждет, наверное, и 4-го, и 5-го. Ну что ж, посмотрим мы, чем завершится частный этот штрафной. Кристина, молодец! Скорее всего, будет удар. Так и есть, но это слишком высоко получилось. Слышим мы поддержку рязанских болельщиков. Вот уже и барабаны вступили в бой. Да нет, это... А нет, все-таки это атрибутика стадиона «Спартак», а именно кресло, которое ничуть не уступает по громкости барабану. Кристина Алексанян вводит мяч из-за боковой. Делает она это вместе с Осиповой. Осипова мяч теряет. И вот как мы видим, контратака у Жесткого Торпеда. Но здесь неточная передача. Делала ее 23-й номер Татьяна Долматова. И вновь немного, конечно, сегодня работа у Марии Жеманаковой. Однако вынуждена вступить в игру. Вот как мы видим, в футболе любое магическое действие имеет право на жизнь, только вот отмечал я, что в перерыве она выступала в роли запасного вратаря и отбивала удары молодых рязанских любительниц и любителей футбола, а сейчас играет в составе футбольного клуба «Рязань ВДВ». Я, конечно, не удивляюсь, что она в составе, просто дело в том, что не видели мы ее в этом сезоне. Кстати, это получается первый выход в сезоне 2018 года. Слава ВДВ! Слава, слава, слава! Слава ВДВ!
вот такой вот высокий, можно сказать, даже прессинг демонстрирует. Это возможность поймать на контратаке. И здорово сейчас вырывается на свободный простор вышедшая на замену Елизавета Лазарева. Еще вчерашняя дебютантка. Сегодня уже, пожалуйста, вновь ей предоставляется возможность около 20 минут на поле провести. И смотри, как легко сейчас действует Елизавета. Мы видим ее в ней свежие силы. И весьма уверенный дриблинг демонстрирует эта футболистка. Очень приятно за ней наблюдать. Однако, как мы видим, все-таки момент не в пользу Рязани. Но, думаю, за оставшиеся 15 минут основного времени еще проявит себя эта спортсменка, учитывая, насколько напористо найдет в атаку, в отбор, выгрызает мячи. Да и просто эстетично действует с мячом. Я считаю, достойно похвалы. А тем временем Анастасия Климова убивает мяч далеко вперед. Это уже другая наша юниорка. А сейчас уже в основном составе действующая. Анастасия Фетисова была. Вот вышла она, пожалуйста, на такую, можно сказать, взрослую позицию центрального защитника и, в принципе, безошибочно действует. Атака Рязани. Здесь обманный пас. Басанская в центре мяч получает. Перевод на Туриеву. И пока что перепасовка на своей половине поля. Действует уверенно футбольный клуб Рязань ВДВ. Как мы помним, счет 3-0. Переживать нет повода. Вновь Басанская. Обманным действием сейчас удается ей отдать пас на Туриеву. Здесь Беломыцева. И что-то заскучала, как мне кажется, Кристина Алексанян. Разводит сейчас она руками, показывает, что можно дать ей пас. Но все-таки решила сейчас юниорка действовать с Осиповой и совершила ошибку. Вот пытается за эту ошибку отыграться как раз-таки Наталья Осипова. Отбилась Рязань. Аут в пользу ижевского Торпедо. Восемнадцатый номер Торпеда вводит мяч в игру. Милена это Никитина. Милена Никитина, все верно. Подсказывает мне Александр Осипов, вступает в игру. Кристина Алексанян далеко вперед его выбивает. Получится ли контратака? Да обязана просто получаться, но сейчас не разбираются. Лазарева выходит, можно сказать, 1-1 на ворота. И прекрасная возможность. Сейчас удар! И гол! Четвертый мяч забивает футбольный клуб Рязань ВДВ. Вышедшая на замену 18 номер Елизавета Лазарева. Поздравляем ее с первым мячом. Захлебываемся мы сейчас в эмоциях и в успехе футбольного клуба Рязань ВДВ. Ну, конечно же, больно сейчас смотреть на главного тренера ижевского Торпедо Константина Кайгородова. Но это футбол. И мы видим, что футбольный клуб Рязань ВДВ сегодня показывает класс. Лестные оценки слышит сейчас Елизавета Лазарева. Действительно красивый гол. Выходила она один на один. И практически не оставала не оставляла шанса Анастасии Климовой. В дальнюю шестерку пробивала Елизавета. Прекрасный момент. 4-0. Остается 13 минут основного времени в этой встрече. Спасибо Рязань ВДВ за прекрасный футбол. Ну что ж, конечно же, поздравляем 15-летнюю нападающую, которая на высшем уровне забивает свой первый гол. Ну, наверное, лучшего пожелать, наверное, и не надо было. Дебютировала она не так давно в Красноярске в матче против Енисея. Провела свои первые 15 или 20 минут, а вот сегодня выходит и забивает свой первый гол. Да какой красивый еще, обрати внимание. Да, здорово, здорово. Она вышла один на один. Конечно же, хорошую передачу получила, если не ошибаюсь, от Колтаковой. И разобралась здорово с выходе один на один. 79-я минута встречи. Ну что ж, ждем и пятый. Ждем. Продолжает Рязань ВДВ владеть мячом. Отобрали они мяч у своих оппонентов. Ижевская Торпедо, конечно же, я подозреваю, находится в подавленном сейчас состоянии. А Ася Туриева уверенно пыталась сыграть с Беломыцевой. Но вот сейчас как раз вынуждена центральная защитница подчищать со своей полузащитницей. И опять же Елизавета получает мяч. И мы видим, с какой удивительной скоростью действует юниорка. Здесь Осипова. И еще один передача момент для Елизаветы. Офсайд. Нет, конечно же,
Здесь даже если мяч и залетит в ворота, то никто его не засчитает. Но все-таки очень уверенно действует Елизавета Лазарева, идя в обыгрыш, идя вперед. Просто интересно наблюдать за действиями и получать удовольствие. Все-таки молодец, уж позволю себе такую оценку, Константин Климашин, что дал ей возможность проявить себя. И эту возможность Елизавета уверенно воплотила в жизнь. Басанская. Ну да, нужно еще отметить то, что даже здесь нет желтой карточки. Нужно отметить, что в перерыве была заменена Елена Данилова, хотя счет был не такой большой. И вот, пожалуйста, 1-0 было, да, по итогам первого. Именно так. Чтобы поберечь свою лучшую нападающую, Константин Климашин поменял ее. И вот, пожалуйста, вышедшие на замену футболистки, собственно, и делают результат. Осипова гол-голевая передача и вышедшая на замену Лазарева, так сказать, с почином. Первый гол в... Поздравим. Да, здорово все было сделать. Прекрасная погода, хорошее настроение у всех болельщиков и тренеров, да и у самих футболисток, наверное. Хорошая, уверенная победа. Но ее можно еще развить. Вот Осипова уже на позиции, можно сказать, опорного полузащитника. Вот так позиционно опустилась так низко. В касание иначе никак уже действуют футболистки Рязани и ВДВ. Ася Туриева выводит мяч из-за боковой. Здесь Беломыцева. Пас на 22-го номера Рязани ВДВ, известную всеми Надежду Колтакову. И вот смотри, опасный момент. Татьяна Фролова, 7-й номер ижевского Торпедо. Наверное, самый активный, да, в составе гостей, согласись со мной. Не буду спорить уж точно, но здесь, конечно же, не удается никаких футбольных дивидендов ижевскому Торпедо из-за ситуации выжить. Ася Туриева сейчас оказывается на позиции левого защитника. И пока что действует, как мы видим, успешно. Но благо и ижевская Торпедо не шибко сильно прессингует. И вновь, обратите внимание, не спешит Ася Туриева прийти на свою привычную позицию. Здесь игра на вынос. И Рязань ВДВ, как мне кажется, должен мячом завладеть. Синютина шла сейчас вперед. Лазарев сейчас на левом фланге оказалась, но здесь не надо ошибаться. Это фол. И вот вспоминаем мы о том, что есть здесь главный арбитр Александра Пономарева. Как мне кажется, прекрасно она разбирается во всех сложившихся ситуациях. И настолько хорошо, что даже забываем мы о ее присутствии. Очень редко вступает в игру. И свистит только по делу. Ну что ж, отметим давай игру и Анастасии Фетисовой на позиции центрального защитницы. Этой футболистке 16 лет, тому кто не знает. И уверенно она действует на позиции центрального защитника. Дебютировала, кстати, она сегодня во встрече. Это первая ее игра на столь высоком уровне. Все правильно. Вот такие вот у нас дебютантки, которые не тушуются, действительно уверенно играют. И момент еще один. Но... не получается сейчас подача. Да нет, наверное, может быть, сама сейчас Колтакова решила забить и свой мяч. Но все-таки мое мнение, что собирался она отдать передачу на Елизавету Лазареву, блистательную, как мне кажется. И вот рязанские болельщики, да, как и ты, Александр, спешат погнать рязанских футболисток вперед, чтобы... 5 красивая цифра, почему бы нет? Да мне и 6 нравится. Если речь идет о счете. Однако 4-0 пока что футбольный клуб Рязань ВДВ впереди. Уверенно держит он эту победу. Хотя и ижевская Торпедо все-таки хочет уйти. Как минимум с голом престижа, я думаю. Это их задача минимум на оставшиеся 10 минут встречи. Вот Фетисова безошибочно, безошибочно. Ну, посмотри, как действуют вчерашние юниорки. Ну, отмечали мы уверенно барселоновскую игру Рязани. Момент вот еще один. Просто какой-то дежавю. Ну, надо отдавать. Ну, почему сразу не отдала Колтакова? Ну, момент еще не заигран. Все-таки Туриева добирается до этого мяча. Осипова подключение. Нет, сама сейчас действует Ася. Пытается один в один обыграть, но не решилась пройти вперед. Отдала защитнице своей. Здесь Синютина с мячом.
все-таки... Открытую игру мы сегодня наблюдаем на стадионе «Спартак», за что большое спасибо обеим командам. И продолжает Рязань ВДВ идти вперед. Осипу, кстати, с мячом. Перевод на Туриеву. Вперед, Рязань, мы слышим от рязанских болельщиков, от рязанского конкретного болельщика, к которому сегодня обращаемся уже не раз. И вот то ли отгоняет Комаров, то ли показывает, что нужно давать пас Кристине Алексаня на правом фланге. А пока что Ася Туриева с мячом, пас на Синютину. И вот, наконец-таки, Кристине мяч получает, идет один в один в обыгрыш, делает это бесподобно. Продолжает футбольный клуб «Рязань ВДВ», между прочим, владеть мячом. Очень здорово получается играть рязанской команде. Результат, эффект и эффективность. Результат налицо и на табло. 4-0. И в очередную атаку идет Рязань ВДВ. Еремеева, которая уже, можно сказать, вот на позиции центрального полузащитника располагалась. Контратака, попытка контратаки от торпеды. Но вот сейчас на фланг удалось перевести этот вектор атаки. Ну, здесь Алексанян, опытная футболистка, здорово действует. Осипова, подбор забирает себе еще Рязань ВДВ к тому же. Колтакова и фол. И, скорее всего, в эту паузу сейчас вступит в игру 19 номер ижевского торпеда Татьяна Илимкова. Вопрос, кого он заменит. Скорее всего, это будет 7 номер Екатерина Фролова, весьма активная футболистка в составе ижевского торпеда. Да, Юля. Но, видно, подустала. 18-летняя футболистка. Действительно, хороший матч она провела. Была активна на протяжении всей встречи. И свои 86 минут она, в принципе, на достаточно хороших скоростях провела. Поэтому давайте похвалим ее. Давайте. И вот сейчас возможность для контратаки. Таким образом, получается, что 4 футболистки против 5 десантниц. Но пас все-таки проходит. И удар по воротам. И вот сейв поистине, не боюсь этого слова, спасает сейчас свои ворота Мария Жеманакова. Осипова получает мяч, отдает его Кристине Алексанян. Ну что, не спешат рязанские футболистки забивать 5-й. Ну, время-то еще позволяет. 87-я минута встречи, еще минуты 3 будет добавлено. С учетом этого, наверное, еще минут 6 есть у Рязани ВДВ для того, чтобы забить тот самый долгожданный 5-й мяч. Беломыцева. Лазарева. Не удалось зацепиться. Ну, вот так вот в никуда сейчас выбивали защитницы торпеда этот мяч. И подбирает его спокойно Синютина. И сейчас вновь она с мячом. Пас на Осипову. Здесь нужно немножко пройти вперед. Здорово! Сама! Но пас, увы, не проходит. Сразу 3 футболистки ижевского торпеда были у нее в оппозиции, скажем так. И вот пока что несколько секунд мяч был бесхозный вплоть до этого момента. Колтакова. Здесь опять Туриева. Басанская, что придумает? Нет, здесь нет фола, дает возможность сыграть Александра Пономарева. И контратака не получается у ижевского торпеда. Вышедшая во втором тайме юниорка, центральная защитница, 19 номер, как мы помним, Анастасия Фетисова. Выбивает этот мяч. Прошу прощения, ошибся я. Фетисова, конечно же, выходила в матче с Локомотивом на замену. Но, тем не менее, это не отменяет того факта, что действительно молодая полузащитница действует на высоком уровне. Осипова. Сама пыталась прокинуть этот мяч. И не пошла вперед, как ты обрати внимание. Но тем самым обманула она сразу 3 футболисток ижевского торпеда. Ну, согласись, повыше сейчас действуют футболистки из Удмуртии. И таким образом, можно сказать, заманивают рязанских футболисток идти вперед и забивать 5-й. Но они, в принципе, и сами рады, наверное. Ну, немножко самонадеянно сейчас действовала Ольга Басанская. Однако мы видим, что фол в пользу Рязани. Хотя напрашивался пас на справа, сейчас подключалась Осипова. Я думаю, если бы она отдала его, то Осипова как раз уже могла врываться в штрафную. А пока что Кристина Алексанян возвращает мяч своему капитану, который уверенно идет вперед.
но неуверенно отдает пас. Беломыцева на своей позиции. Туриева. По-моему, Еремеева вообще назад уже сейчас не отходит и действует уже не на своей позиции, а вот в центре поля раз за разом ее наблюдаем. Вообще она, наверное, к своей позиции никоим образом сейчас не прикреплена. Хотя при счете 4-0, наверное, стоило бы ожидать активную игру от ижевской команды. И как раз-таки, наверное, от барону, от Рязани ВДВ. Но нет, десантницы намерены забить еще. Хотят против Александра Пономарева, потому что всего 2 минуты она добавляет. Здесь уже футболисткам из Рязани ВДВ, да, надо поспешить. Вот не прошел пас от Басанской. Рязань лучше всех, считает самый активный болельщик. Ну давай будем команды. подводить итоги этой встречи. Счет открыла в первом тайме Данилова. Так. Много было моментов у Рязани ВДВ, но реализовать удалось один. Второй гол забила уже во втором тайме вышедшая на замену Наталья Осипова. 3-0 сделала счет после розыгрыша углового. Ударом в ближний угол Ольга Басанская. Ну и точку в матче, точку Ли, поставила вышедшая на замену молодая 15-летняя Елизавета Лазарева. Ну что ж, счет по игре. Все, что я хочу сказать. Не спорю, Кристина Алексанян с мячом. И сейчас вот при обработке мяча ошиблась Татьяна Долматова, которая упустила мяч за лицевую. Вот возможность у Лазарева, наверное, трудно будет побороться. После этой встречи и победы Рязань ВДВ расположится на второй позиции. Будет она делить эту строчку с «Звездой 2005». На одно очко всего лишь опережает команда ЦСКА. Следующую встречу Рязань ВДВ проведет очень важная встреча в гостях против как раз-таки действующего чемпиона России «Звезды». А «Торпедо» на своем поле примет «Локомотив», который сотворил сегодня сенсацию тура. Конечно же, подобного результата мы будем ждать и от нашей команды в Перми. Ну, эта встреча завершена. Напоминаю, со счетом 4-0 Рязань ВДВ одерживает победу над ижевским «Торпедо». Блестящую, интересную, яркую игру мы сегодня наблюдали в исполнении рязанской команды. Ну, конечно же, хочется сказать, чтобы ижевская «Торпедо» не отчаивалась. Это их дебют в высшей лиге. Будут победы, будут, конечно же, и поражения, что скрывать. Но я думаю, что много приятных эмоций принес нам сегодня этот матч. А на этом мы с вами прощаемся вместе со мной, Глебом Кондраковым, эту встречу смотрел и комментировал Александр Блохин, за что ему большое спасибо. А на этом у нас все. Пока-пока. Всего доброго.